Городской репортаж. Соревнования по плаванию «Ура! Каникулы» состоялись в большом бассейне универсального спортивного комплекса «Орион». Сегодня в эти замечательные каникулы мы проводим совместное мероприятие с благотворительным фондом «Седьмой лепесток». Сделаем мир лучше, как никогда подходит к сегодняшнему мероприятию. Огромное вам спасибо за то, что вы все присутствуете. Русский человек всегда отличался добротой и милосердием. Хочется добавить, что в преддверии великой победы мы будем прилагать все усилия для того, чтобы мы стали сильными, смелыми, и всегда страна гордилась нами. Огромное вам спасибо за участие. Всем победы и всем удачи. В состязаниях принимали участие девочки и мальчики, юноши и девушки в возрасте от 5 до 16 лет. Всего более 200 человек. Соревнования проходили в двух возрастных группах. От 8 лет и старше им предстояло преодолеть на спине дистанцию в 50 метров, а те спортсмены, которым еще не исполнилось 8 лет, соревновались на дистанции 25 метров, также на спине. Цель проводимых соревнований – пропаганда здорового образа жизни, популяризация плавания, повышение мастерства спортсменов и выявление сильнейших. Все участники соревнований были награждены грамотами и памятными призами. Городской репортаж.